Здравствуйте, дорогие мои. Вот сегодня у нас тут интересная такая тема. Динамик после ремонта. В принципе, заменил я вот динамик, вот этот замененный динамик. Сюда поставил как бы с новым резиновым подвесом из Китая. А здесь стоит родной. Родной на пенке. Сейчас поближе покажу, чтобы посмотрели. Вот видите, подвес родной на пенке, не крашеный, ничего. Вот этот подвес уже как бы старый, это новенький, а динамичек весь старенький, то есть просто покрашен резиновый. Давайте сейчас его послушаем, посмотрим, что у нас получилось, как звучит все это дело. Специально взял тяжелую музыку, чтобы, потому что я уже сегодня слушал на авиа тяжелую музыку, самому вот хочется сравнить, как техник сыграет по сравнению с авиа. На больших громкостях. Давайте послушаем. Сейчас мы на другую композицию переключим. Давайте на максимум где-то, ну, десяточку, 10 децибел сделаем. Все, в принципе, сейчас я, в принципе, дует хорошо. Так, что ему сказать? Динамик на резиновом подвесе работает не хуже, чем на пенке.
Думаю, даже по надежности покрепче будет. В принципе, ход, динамика хороший. Звучит без хрипов. Сейчас даже попробуем вот как сделать. Сейчас я потише сделаю. Даже погромче сделаем. И будем вот именно слушать этот динамик, который ремонтированный. Будут ли там что-то постороннее. Попробую сейчас вывернуть верхи и средние частоты до низа. Так, это у нас низкий на максимум. А эти все убираем. Попробуем, что там будет звучать у нас как. А теперь будем слушать низ. Так. Ну все отлично, работает отлично, без всяких хрипов получилось. Можно внизу чуть-чуть верхи его поднять. Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schon. In der нормально, нормалек. Резиновый подвес, в принципе, можно брать, покупать, ремонтировать смело. Всего доброго, кто смотрел видосик, спасибо вам за внимание. Отдыхайте от тяжелой музыки. Благодарю вас всех за просмотр. До скорых встреч.